середине апреля, когда на улице уже растаял снег, дороги нашего города сильно изменились. Главным образом увеличилось количество ям, в которых стала скапливаться талая вода. Но для жителей дома 13/6 по улице Молодцова весна не принесла никаких изменений. Прямо перед окнами их дома вновь привычными красками заиграла лужа. Глубиной 10 сантиметров, по ней невозможно ни пройти, ни проехать. Осилит ее только внедорожник. В апреле жильцы этого дома рассказали нашему телеканалу историю этой ямы. Да знаете, вот в детстве моем, не помню, мне уже 35, а вот последние лет 10, ну просто какое-то безобразие. Да она все время здесь, что и летом, что и осенью, что и весной. Сколько я живу, 20 лет, столько и дорог такая. Неизвестно, сколько опасностей в своих водах скрывала эта лужа. Камни или даже металлические предметы, которые затаились в яме, представляли большую угрозу для автомобилей. Месяц назад на этом самом месте я мог попросту утонуть. Теперь же мне не позволяет это сделать щебень. С 10 апреля этого года на второстепенной дороге по улице Молодцова начались дорожные работы. Провести их раньше не получалось из-за строящихся многоквартирных жилых домов. После завершения строительства этих домов управление благоустройства приступило к ремонту дорожного полотна. И к июлю месяце это все будет завершено. Так что наши люди будут скоро ездить по хорошим, красивым, ровным дорогам. Теперь остается надеяться, что новая дорога прослужит очень долго.